Казахстанский певец Димаш Кудайберген покоряет российские города в рамках своего большого европейского турне. Первый концерт тура «Арнау» на днях с аншлагом прошел в российском Краснодаре. Концертный зал на 7500 человек был заполнен до отказа. Причем билеты раскупили за несколько недель до выступления. Многие зрители приехали на Кубань из других регионов России специально ради концерта любимого исполнителя. Прошлой ночью артист произвел фурор на казанской сцене. В аэропорту Казани его встречали десятки поклонниц не только из Татарстана, но и из Канады, Финляндии, а также соотечественники из родного Казахстана. Почитатели таланта Димаша одарили его разными сюрпризами, среди которых был даже национальный башкирский инструмент курай. Далее на очереди у музыканта выступления в Екатеринбурге. Российскими городами турне не ограничится. На очереди Латвия, Украина, Германия, Чехия. А финальный концерт пройдет в апреле в столице Беларуси.